Так, друзья, всем привет-привет. В поздней ночи я с вами в прямом эфире из нашей прекрасной комнаты и нашего общего дома. Итак, друзья, у нас сейчас очень актуальная тема и жарко, я бы сказала. Нам нужна ваша помощь. История состоит в следующем. Дело в том, что Илья Ебаров сейчас стоит в номинации на уход в субботу. У них разгорелась революция с новичками, это с Марсиагой и с Ульяной Павловой. Такая жаркая борьба накаленная уже длится несколько дней. И буквально сегодня вечером на Лобном Илья Ебаров сделал следующее предложение. Он предложил поставить в номинацию вместе с ним, заменить тех людей, которые стоят, на Ульяну и Марсиагу. То есть, что в номинации были три человека. Это Илья Ебаров, Марсиага и Ульяна. Но он предложил, чтобы голосовали участники и принимали решение, кто уйдет. А Ольга Бузова, противовес ему, предложила иное. Она предложила поставить такое же голосование, только чтобы принимали участие и решение зрители. Так вот, у нас к вам вопрос всего проекта. Как считаете вы, какое голосование должно быть зрительское или участников, и кто из людей должен уйти из троих номинантов? Сейчас мы пойдем и будем спрашивать у ребят их мнение. Но, конечно же, ваше у нас в приоритете. Итак, по моему мнению, давайте ко мне обратимся. По моему мнению, голосование должно быть участников, потому что именно нам жить с этими людьми. Давайте спросим самого ближнего, кто у нас здесь? Так, Игорь Григорьев, как вы считаете, кто должен принимать решение, зрители или участники? Я считаю так, что сейчас не должно быть исключений, поэтому должны голосовать участники. Но если наши дорогие ведущие хотят за голосование зрительское, то пусть зрительское голосование будет всегда и у всех. А кто должен уйти, Ебаров, Марсиага или Ульяна? В этом голосовании, я думаю, должен уйти тот человек, который запутался. Это Ульяна. Ульяна, так, хорошо. Ульяна самое слабое звено. Если Марсиага пришла, так он такой стоит. Ульяна самое слабое звено. Да. Так, самое слабое звено. Давайте пойдем дальше и спросим у ребят, которые у нас сидят на кухне. По очереди. Итак, самый жаркий вопрос этого вечера. Голосование зрительское или участников, и кто должен уйти? Марсиага, Ебаров или Ульяна Павлова? Кто Анастасия угодно, Балтер. Только не Илья Ебаров. Подожди, нет, да, здесь нужно принять решение. Три номинанта, если будет. Ульяна, Марсиага, Ебаров. Кто? Не знаю. Ну как не знаю, ты у нас кто? Ты у нас ответственный? Какой Артур? Три человека, если будет. Кто еще раз? Ульяна, Марсиага или Яба? Один человек? Да. Артур. Подожди, ну как? Ульяна или Марсиага? Выбирай сейчас. Ты бы за кого голосовала? Блядь, Марсиага. Марсиага. Марсиага, то есть самое слабое звено. Ну, не просто Марсиага. Просто Марсиага. Она говорит то, чего не было. Ну, а зрители или участники? Участники, конечно. Участники. Никитос, приятного аппетита. Как ты считаешь? Давай. Участники. Соберись быстренько. Участники кто? И Марсиага. О, у нас уже Марсиага. Марсиага самое слабое звено. Может, Марсиага... Я так не считаю. Подожди, до тебя дойдем. Марсиага, то есть, может быть, испугалась, и поэтому она топит так за зрителей. Максим Моргенштерн, тебя ваш... Тебя интересует развернутый ответ? Нет, меня кратко, сестра таланта. Тогда Марсиага и зрители. Марсиага и зрители. Смотрите, все против Марсиага. Зрители говорят, что Яба. Здесь просто все Яба. Мой дорогой Ульяна. Зритель. Как ты считаешь, должна уйти ты или ты? Я считаю, что должен идти Ебаров. И мои зрительницы тоже такие же женщины, как я. Там типа неудачницы и так далее. А давайте объединимся и будем голосовать против Ебарова. А ты боишься Ебарова? Нет. Ну честно только. Его мужскую силу боюсь. Физически только да, боишься. Да. Ну, немножко бы жим-жим был. Жим-жим вот так вот был. Вот так был. Да. Так, Юлька, давай ты. Юлька, ты вместе с Ульяной в одной кооперации или нет? Нет. Ну, а ты давай. Против Ульяны? Накаленочка. Ну, а кто, зрители или участники? Участники. А ты бы хотела вот отношения, похожие на Ильи Ебарова? Вот семья там в перспективе, история на проекте. У них очень крепкая семья. Жена всегда за мужем, и это правильно. Пишут, знаешь что, Марсиага или Ульяна, или обе сразу, зрители. Макс, ну ты тоже против Ульяны, ты же со своей женщиной идешь, ты же поддержишь свою женщину.
Ну, не, подожди, у меня есть свое мнение. Ну, подожди, ну вы же одно целое. Ну, вы же одно целое. Давай, быстренько, кто? Я поддерживаю свою женщину, в смысле, но я считаю, что Марсиага. Марсиага, то есть мнение, ну, мне кажется, надо про Писона вставить ему, он с тобой не идет. Так, Ирина Игоревна, вам как, хорошо ест салатик без заправки? Ну, это ладно. Так кто, давайте, кто у нас пойдет? Пойдет домой Илья, потому что он против моих отношений с Лешей. Против, а только из-за этого? Джорда! Он наступил на хвост влюбленной женщины. А зрители? Все-таки зрители, чтобы решали, да? Вы, наверное, за зрителей. Ну, а смски платные, Ирина, если что? Артуриус, да, друг мой, закрыл. Ну что? Ну что вы? Так. Ну, мало того, что у Игорька, парня Юлии Жуковой, новый пуховик. Да иди ты, давай рассказывай. Ты за кого или против? Я проголосовал против Марсиаги. Против Марсиаги. Ну вот, а как ты думаешь, Ебаров, он боится Марсиаги с Ульяной? Или просто считает себя выше всего этого и поэтому даже не придает значения? Если будет зрительское голосование, то мы все понимаем, что будет голосование не за то, чтобы Ульяна и Марсиага остались, а будет голосование против просто Ильи Ебарова. Вот. Ну, вообще, говорят, что надо Балтер отправить домой. Это как бы... Это реально пишут. Реально пишут, что Балтер... Так, что у нас тут женское? Давайте зайдем. Никого нет. Яба домой, люди пишут. Ирина должна оставаться... О, Марсиага! Итак, мнения разделились. Рекламу нужно заклеить к чертям собачьим. Так вот, человек живет у нас не по правилам, поэтому уже... как ты считаешь, какое должно быть голосование? Зрительское или участников? Я считаю, что пора ставить зрительское голосование. Это будет справедливо. Ну а домой должна кто пойти? Ульяна или Павлова? В смысле Ульяна или Павлова? Ну ладно. Я, Яба, Марсиага, Ульяна, Павлова. Ебарова домой. Ебарова за ворота, запускаем хэштег. Ну вот скажи честно, вот Ульяна признала, что вот настолько, вот чуть-чуть жим-жим у нее было. А у тебя было жим-жим в голосовании с Ябой? У меня теория жим-жима, потому что я смелая. Храбрая, харизматичная, уверенная в себе девушка. То есть даже Ебаров тебя не сломит? Нет. Ну а ты чувствуешь, что вот, Ебаров немножко опасается тебя? А можно, пожалуйста, вот не выкрикивать оттуда? Так. Так. Ну ты чувствуешь, что вот немножко... Так, говоря, я бы вот чуть-чуть бабаивается тебя? Или вообще никакого... Честно? Никакой опасности? То я бы, наверное, подумала, что он не побаивается. Но так как он себя повел последнее время, какое у него было поведение, я могу сделать вывод, что он реально боится. Ну, ты знаешь, люди... Можно я скажу, я не могу молчать? Давай. Давай. Все, мне нужно. Он не боится, он просто эмоциональный. Он свои эмоции вот такие вот показывает вам, зритель, на протяжении 6 лет. Ебаров никогда никого не боялся. Как вы думаете, 35-летний мужчина должен никогда... накидываться на 22-летних женщин? Так можно, вот, знаете, если бы я не давала вот, обещания не драться, я бы давно ее ударила, клянусь, вот серьезно. Шок, смотрите, леди. Закройте. Но знаешь, Ульян, что пишут люди? Люди пишут, что без Ябы шоу рухнет и будет скучно. Ну, знаешь, что люди... Кстати, важный комментарий. Хватит гнобить Ебарова, люди пишут. Он обхвал что-то такое. Тех, кто желает им смерти, а не хорошим. Да. Марса домой, всех домой. Ничего себе. А если было такое голосование, Ебаров или Балтер, зрительское, кого бы отправили? Меня или его? Мне просто интересно, кто хуже? Мы вроде два таких антигероя. Да ты, конечно, вопрос. Серег, тебе вопрос. Девушки просто жаждут. Лариса тут пишет вовсю. Вот как ты считаешь, дорогой наш, зрительское или голосование участников должно быть? Где? Человек года? Смотри, на миллион, Серега! Если поставить Ябу, Марсиагу и Ульяну Павлову. Ну что, двоих выгнать? Ульяну и Марсиагу. О, вот здесь мне, кстати, люди тоже самое пишут. Но голосование зрительское или участников? Только участников. Вот Серега у нас, как всегда, объективен, как никогда. Ульяна, нужно показать сиси, чтобы против тебя не голосовали, тут написали люди. Готовы? Раз, два. Потому что... Ну там не на таком уровне, а вот на таком где-то будет. Иришка, ты довольная, как никогда. Салатик вкусный, все хорошо. Ну все, короче... Все за то, чтобы все, везде было мир, любовь и дружба, красота. Не ругайтесь. Ульяна пишет, ты
хорошая девушка, найдешь себе достойного молодого человека здесь, если все-таки Ебарова тебя не выселит с проекта, тут пишут так. Так вот, все, Марсиага решила да, уже. Марсиага, она уже вещи собирает, как бы. К своему бывшему, так сказать, парню. Бывшему будущему. Хорошо. Все. Ребят, на самом деле, эта тема как никогда сейчас актуальна у нас. У нас здесь идут такие дебаты, которые вы сможете наблюдать ровно через неделю. То, что происходит у нас здесь, настоящая революция. Мы такого лично не ожидали. Я думаю, что вы тоже. Поэтому смотрите эфиры ровно через неделю. Я уверена, они будут жаркими. Захватите с собой попкорн, потому что мы иногда сами думаем, что находимся не знаю, в кинотеатре, а в вип-ложе. Эфир ровно через неделю, а к чему это приведет, мы узнаем завтра. Поэтому, ребятки, любви всем, сладких снов. С вами была я, Юлия Жукова. Всех люблю, обожаю, как никогда. Все, ребятки, всем пока-пока! Yeah.